Имен приалутинос этосоматос о андрес дикастай калиес эгоницита эксеркеан мой кайта паратон алон ирмена нюнде мой докей айсхронейней калеонтос кай деомено кай филоонтос кай мой кай геос эдзе то патри кай полон символайон химон Προσαλλούς γεγενεμένων με βοηθέσαι καλία τα δικαία γόπωσαν γιονομαί. Так. А если бы за что-то другое, отличное от тела, он был справедливый, а Калий соревновался бы. А дальше идет глагол, вот этот «эксеркей», «эксеркей». Это глагол «эксеркео», «быть достаточным», «эксеркео». Он у нас в оптативе тут, кстати. А нет, не в оптативе. Он тут у нас в имперфекте обычном, в индикативе. Вот этот глагол. И он у нас с частицей «ан». Что у нас означает имперфекта, индикатив с частицей «ан»? Сочетание? Это «иреалис». «Иреалис», да. Да. Экзаркев быть достаточным. Достаточным для кого? Мой, да? Да. Так, как же это тогда? То тогда мне было бы достаточно и сказанного о другом. Это смысл не улавливаю. Смотрите, здесь надо сначала понять, какой у нас подлежащий здесь. В реалисе, в аподосисе. Та пара тоналон эрмена. Да. Эрмена. Да, сказанное, сказанное эрмена, это, конечно же, от глагола лего. Да. От глагола лего причастие перфектно сказанное другими. Оно бы мне... Мне бы было достаточно то, что сказали другие. Если бы... Еще раз. Если бы... если бы Калий соревновался, претендовал на что-то другое, а не на тело. Ну, не то, чтобы он претендовал на тело, а он агонидзе то. Давайте мы посмотрим, как агонидзе мой работает в спири, чтобы уточнить смысл. Перетяну. Вот, обычный смысл соревноваться за... За тело. Ну, как это лучше по-русски сказать? Может быть, он все-таки не соревновался, а выступал по поводу чего-то? Боролся? Да, да. Давайте мы уточним, кто такой Калий потом в процессе и поймем, что имел с виду. Значит, если бы Калий соревновался по поводу чего-то иного, нежели тело, то, что было сказано другими людьми, было бы мне достаточно. Так, дальше. Да. Сейчас же мне кажется, что это недостойно, позорно. Так. Как бы
Видимо, он говорит, что необходимо и должно. Что позорно? Давайте в конец предложения. Не помогать, не помочь. То, что Кали не помог справедливости, насколько он мог бы, насколько возможно. А почему он бы? Он. Я думаю, это акузативус. Нет, это номинатив Кали. Дюна мой, какое лицо тут? А, да. Значит, я не помог Калю. Угу. Насколько возможно. Так. Значит, это форма БФС, не инфинитив, да? БФС это инфинитив, конечно. Угу. Значит, сейчас же мне кажется, что позорно. Позорно это то, что я не помог Калию. Почему? Не помочь. Почему не помог? Не помочь Калю по справедливости, насколько это возможно для меня. Так, а посередине что там? Какой оборот? На генитивус. Угу. Позорно это, когда нет, подождите, давайте генитивус абсолютус переводить. Да, я его пытаюсь сразу связать. А почему здесь позорно? Он как раз не связан никак, он поэтому называется абсолютус, что он не связан с языком. Ну что такое килео? Это приказывать. Угу. Я не пойму, только это относится к ко мне, которому говорит, или к Калю. Вот это не может относиться ко мне, потому что тут есть эмой внутри. Угу. Значит, он... Тут есть я, но я тут, Лиси, в дативе. Он, значит, находясь в нужде, угу. в состоянии, когда
Ну, ему кто-то приказывает. Почему ему кто-то приказывает? У нас это какое причастие? Активное или пассивное? Да, активное. Не, да. Можно даже посмотреть, что он активно так нажал, да? Активно, да. Значит, да. Он наверное, просто просит. Или требует. Да. Дальше просит. Деумену. И требует, и будучи другом. Кому? И кому? Топа три. И отцу, насколько он живет. Насколько он живет. Я так понимаю. Нет. Ну, что значит, насколько он живет? Непонятно. Ну, в том смысле, что если он уже сын своего отца, то он ему и друг. Не-не-не. Он друг мне, и кому он еще друг? Отцу. И... Пока этот отец. И нам. Не, подождите, подождите. Надо все-таки перевести вот это хеус эдзе. Какой это глагол эдзе? Это дзао. Да, и какое-то время? Имперфект. Да, это имперфект. Ну, что это значит? Что он друг и мне, и отцу, но небольшое уточнение. Хеус эдзе. Что такое хеус, знаете? До тех. До тех пор, пока... Да, да. До тех пор, пока отец был жив, он был другом мне и ему. Ему тоже. Каймой, каймой. Так. И еще одно условие. Еще один генитив с абсолютом. Полон, сюмбалайон, имин просамос. Гиганеменум. Сюмбалайон — это что-то типа, знаете, чего? Это смысл говоря. Какого-то контракта, соглашения, какого-то... Договор какой-то. Значит, сюмбалайн гигиеномен. Как это перевести? Гигиеномен, он понятно, что это, что это перфект, да? Потому что есть удвоение. Да, да. Ну, и поскольку многие договоры были, много раз мы договаривались, мне кажется, можно перевести. Даже не договаривались, таки договорились. То есть нас связывают соглашения. Это же перфект. Да. До сих пор связываются. Да. Да. И договорились мы многие друг с другом. Да, у нас между нами есть много всяких взаимных соглашений. И в этой ситуации, когда он является другом, другом мне, он был другом моему отцу, пока он был жив, он просит, он нуждается, к тому же нас связывает много взаимных соглашений. Мне кажется, что в таких условиях, учитывая все это, позорно не помочь ему настолько, насколько я могу. Да. И еще по поводу сома. Я думаю, что сома – это жизнь. То есть агонизистхэй перитусоматос, даже в дворецком это есть, это бороться за жизнь. О мужики судейские. Мне кажется, что то, что сказали другие, было бы достаточно, если бы калий боролся за иное, кроме жизни. А речь на кону жизнь, целая жизнь его. Не просто что-то другое, деньги, например. Алутинус, а именно ту соматус, жизнь его. И в этой ситуации, мне кажется, позорно, учитывая, что он просит, что он нуждается, что он друг мне, и что он был другом отцу, как пока он был жив, и нас связывают многочисленные сделки, не помочь Калию в его деле, насколько у меня это получится, будет в силах. Угу. Всем понятна грамматика? Да. Да, Дима. Стало понятно. Давайте, Дима, теперь этот абзац. Номидзон мэнун гуттос метойкейн аутонен тауте те полей. Госте полю протерон агатхутинус тевксестхэй пархимон эпи той аутэйс
Aitiais eis to suton kindinon katastestestai. Nun dehoi epibuleontes uch heton epi kindinon poiucim ton bion tois meden ajakusien etois polon kakon aitiois usin. Я считал, что он или что-то, что таким образом он метакео. Смотрите, тут есть два слова «гутос» и «гост», они связаны. Я не помню, как оно связывается. Так что? Столь что? Таким образом что? А он так мерекен энтаутеп теполи, да? Он так, ну, находит убежище? В этом городе. А жить на положении чужеземца есть со ссылкой на энтополис. Да, слово метек это именно отсюда. То есть это гастарбайтер, да? Это человек, который живет в городе, но не является его гражданином. Угу. То есть я считал, да? Или они считали? Наверное, я считал, да? Непонятно. Тут, ну ладно. Я считал, что... Что он живет на положении чужеземца в этом городе. Угу. Так что... Полюпротерон Ахатху. А Телксус это Тинхана, да? Угу. Надо подобрать значение тюнхана из миллиона, да? Ну, тюнхана это очень сложный глагол в плане значения. Какое-то время. Теуксестхай и катастесестхай. Это фучер, ну, футурум инфинитив. Да. Тюнхану работает у нас всегда почти, хотя бывают редкие случаи. Я видел в поздних текстах, неграмотных, с дативом, кажется, или с кузативом. У Игнатия, это антиохийского. Но вообще тюнхана всегда с генитивом, по идее, должно быть. Тут у нас есть как раз генитив, агатхутинос, да? Mm-hmm. Ну, добряк какой-то, да? Хороший человек какой-то. Или добро какое-то. Mm-hmm. Непонятно. Не факт, что это добрый человек. Мне кажется, это что-то хорошее. Видите, тут неопределенно агатхутинос. Я думаю, что это не неутром, конечно. Еще раз, как? Неутрум. Неутрум это среднее. Неутрум. А все вы. Угу. Попробуйте все это сложить. Мы никуда не спешим. Но. Ну, оказывается, чем-то добрым или как? А, нет. Тинхану. Вы же сами сказали, что это футурум, да? Ну, да, окажется. Ну, допустим. Смотрите. Окажется, тинус. Видите слово протерон? Протерон, видите? Да, да. Слово «э» есть. Вот или. Они между собой связаны. Ну, протерон чем, да? Нежели эпитал этает из ITS. Угу. Первее окажется чем-то хорошим, паргимон от вас чем? Кажется, а ну как бы натолкнется, столкнется с чем-то хорошим от вас. От вас, да? Чем? Тайотайст ATS.
такими, как этими обвинениями. Да. Чем, да, надо вот этот глагол теперь понять, катастесанте. Ну, это сложный глагол, потому что он катистами, да, он всегда сложный. Там тоже миллион значений, да? Тоже миллион, да, ну, надо подумать. Да, 19. Ну, 19 не миллион. Ну, это так, приближенно. И смотрите, это еще медиальная форма, да? Да. Это важно. Можно сузить поле поисков, да? Так, становиться, приходить, в какое-либо состояние вступать. Ну, что-то близкое, понимаю. Угу. Ну, что он станет в такие обвинения, в такую большую посмотрите, опасность. Дмитрий, посмотрите 12-е значение катхистами. 12-е. Повергать, вергать. Да, но это активное значение. А у нас пассивное. Ага. Да, он будет, вергнется. Да, будет вергнут. Будет вергнут в, ну, в такие такую опасность. В такую опасность. IAP, может быть, из-за, да? Ну, наверное, за такие вот по поводу таких вот обвинений, да? Да, за таких обвинений. Видимо, несправедливых имеется в виду, Лиси. Он же его защищает. Так, давайте пока так оставим в таком виде предложение. Переведем второе, вместе все уточним. Да. Сейчас же вот эти вот эпибулео, то есть это какие-то строящие козни или что? Ну, да, есть такое значение, да. Не... не делают, да, чего-то. Смотрите, они это вполне себе обычно из учебника Causativus Duplex. Делать что-то чем-то. Не делают это на Пекиндину? А, нет. Не делают жизнь менее опасной, да? Делают или не делают? А, они, боюсь, но они делают жизнь не менее опасной. Ну, давайте, я думаю, вы разберете. Давайте до конца, потом свяжете все. Так. Немножко кудрявая такая мысль, но простая на самом деле. То есть меден. Для них, то есть. Для кого для них? Там сказано адикусим, это причастие. А, это причастие. Это же артикль к причастию. То есть меден адикусим. Да. Ну, какие-то совершающие беззаконие, ну, какие-то грешащие. Только меден. Меден. Ну, нисколько не грешащие. Это кто такие? Нисколько не грешащие? Какие-то праведники. Ну, не совсем, просто невиновные люди. Ага. Это не преступники, грубо говоря. Угу. Или, будучи причинами многих бедствий. Ну, или для тех, кто является причинами многих бедствий. Ну, непонятно все вместе, да? Подумайте. Да. Вы неправильно перевели «э». «Э»? Чем? Чем? Это чем? Это смотрите, у «этон э» надо вместе приводить, а не по отдельным словам. У «этон э» не меньше, чем. Ага, не меньше, чем. Делают жизнь. Ага, делают жизнь для праведников не менее опасной, чем для
чем для тех, кто является причиной многих бед. Да, только мне слово праведник не нравится. Давайте все-таки невиновный, да? Да, невиновный. Угу. Давайте теперь все вместе. Эномидзон, да, все вместе переведите. Так, я считал, что он... как там? Живет на положении чужеземца в этом городе. Что таким образом он живет. Ну, то есть на таких условиях что, Госте? На таких условиях, да, что? Mm-hmm. Это будет являться ли нас? Я забыл значение Тюнхана. Что он столкнется? Что он столкнется от нас скорее с... гораздо скорее. Гораздо скорее с чем-то добрым, чем с какими-то, с такими беззакониями, обвинениями. Чем? Чем будет ввергнут в обвинение, чем будет ввергнут в такие большие опасности? В такую опасность. В такую опасность, если над ним нависнет такая опасность за такие якобы обвинения, по таким обвинениям. В такую опасность за такие обвинения. Да. Сейчас же эти строящие козни делают жизнь не совершающих плохое, или как один. Для ничуть невиновных, да. Для ничуть невиновных не делают легче, чем для являющихся причинами многих бед. Отлично. Идем дальше. Третье. Так, давайте мы разобьем сейчас это. Или оно не разбивается? Ладно, читайте, Максим, полностью. Юмазда аксион метусмен тон херапонтон логус пистус номицей. Тузде тутон эпистус. Энхюмуминус Готи калиемен удейс попоте уте диотес не калесен уте архон. Ойконден тауте те полей поламан агархайюмасе поясен удемиен дес хон айтиан истутетес геликиес афиктей гутей ден гапанци тобо тобио мегала гемартекотес кай полон какон пеперамены. Господа Гадхути нос айтёй гигенаменой пери люд хериас нюне поюнтай тус логус. Кай у тхаумазу. Значит, я так понял, начинается с того, что Юмас де Аксион нам же подобает, нас же достоин. Mm-hmm. Да? Не нам, это вам. Юмас — это вы. Да, вам. Метус логус пистус намизи.
не верить правдоподобным словам слуг, но этим неправдоподобным. Энхюмеумы. Давайте разберем, что за глагол такой энхюмеумы. Ну, лежать на сердце, принимать сердцем, как-то просто принимать. То есть это про слова говорится, но верить этим неправдоподобным, которые полагают, что ну, давайте пропустим, дальше перейдем, будет понятнее. Энхюменос, я кажется, понял вот это, которые полагают, что ни один человек частный и ни один архонт никогда не обвинял ни в чем Кали. Да, он не, да, правильно, правильно. Что никогда ни один человек, ни частный, ни архон, не привлекал калия к ответственности. Значит, глагол энкалео требует тени. Вот у нас калий в тени. Да, да. Да. А дальше рассказ про хорошего калия. Ойкоон энтаутете поли. Да, он же, живущий в этом городе, много хорошее вам сделал. Так. Схон. Это что такое? Это от глагола эхо. Это причастие. Это необычная его форма. В смысле, диалектная какая-то? Нет, обычная. Аурисная, она просто аурисная. Вы же помните, что у эхо необычная форма аориста? Эсхон. Эсхон. Также, поэтому тут и такое причастие. Эсхон. Хорошо. Так, и не имел причины удымил никакой. И думаю, что не причина. Хоть другое слово надо. Как еще IT переводится, кроме причин? Обвинение? Вина. Вина. У меня нет судимости, короче. Ага. И что он, достигнув этого возраста, не имел вообще вины. Никакой вины не имел, да. Да. Не заполучив никакую вину, никакую судимость не получив,
дошел до этого института тест, да, возрастной, да, это возраста. А они гуту иде. Они во всей жизни, на протяжении всей жизни много согрешили и много плохого переделали, сделали. Перепробовали. Да. Кто-то гавкает. Дима, это не вы там летаете? Нет, нет. Собаку зовут. И они вот так много согрешившие, сейчас так словно они есть причина чего-то благого о свободе, держат речи. То есть сейчас они держат речи так, будто они причина чего-то хорошего. Словно. Хотя, Оскар, словно, да? Да, да. И неудивительно. Я не удивляюсь, да? Да. Так, давай теперь сначала все свяжем, как обычно мы это делаем. Да. Вам же подобает не... как же я... неправдоподобным словам слуг верить, но не да. Тут опять же аккузативус дуплекс имеет ценность, как бы ценно, чтобы вы не считали меномидзейн слова, вот эти слова слуг достоверными, а вот эти вот их слова недостоверные. Ага, хорошо, я понял. Этих, да. Да, и вот эти слова такие, которые полагают, что никогда никто, ни частный человек, ни архонт не обвинял ни в чем Кали. А жил же он в этом городе. Много хорошего вам сделал. Да. И достигает этого возраста, ничего, никакой вины не имея. Достиг. Афиг ты, да? Это глагол афигнео мой, да, в перфекте? Да. Дожил до этого возраста, никакой вины за душой не имея, либо в паспорте не имея судимости, да? Они же во всю жизнь много грешившие и много плохого сделавшие, словно являются причины благого чего-то. О свободе сейчас держат слово, держат речь. И не удивляюсь. Да. По поводу логос, там, видимо, у него логос, это, знаете, мне кажется, что это показание. У него есть показания на одной бумажке, на другой бумажке. Он говорит, что вот на этой бумажке показания. Хорошо бы, чтобы вы им не верили. И, с другой стороны, не считали бы вот эти показания неверными. То есть не надо считать вот эти показания неверными, а именно показания, что он никогда ничего плохого не делал. Вот так. Дима, готовы? Да, да. Исаси гарготи эан мен псевдоминои
And hosin uden meizon ton gipa honton peisantai ean de exapatesosi ton paronton kakon esantai apelagmenai kaitoi tus te jutos ute kate hurus ute martyras pistus hre namidzein einei. Huitinis autoi megala kerdainantas peri eteron при хетерон поюнтай тус логус ала полиумалон госей то демацио боет хунтес эйс киндюнес эс фас аутус катистасинес. И сосед это же от Ойда, не? Ойда, да. Угу, точно, точно. Он ведь знал, что если... Если вот эти, ну, лгущие или клевещущие это конъюнктив, да, будут, ну, он ведь знал, что если будут вот эти лгущие как-то его обвинять, видимо, да? Немножко не так. Во-первых, это исоси, это множественное число. Ведь знали, ведь они знают. Ведь они знают Исоси. А, да. Ведь они знают, ведь что... Ведь единственное число было бы Ойде. Они знают, что если... Смотри, вот этот глагол очень важный для Платона, да, особенно. Опровергать. Эленхо. Давайте мы посмотрим его. Эленхо. У нас он был, кстати, про этого. Про того, кто на дельфине ездил. Да, там он изобличал этих негодяев. Значит, если они, поскольку они лгут, лгущие будут... А это, видите, тхета, это пассивный аорис. Ага. И еще и с омегой, то есть это пассивный аорис в конъюнктиве. И эан. Вот эан – это союз, в котором содержится частица ан. То есть если ан с конъюнктивом означает, скорее всего, футурум. Ведь они знали, что если они будут лгущие, изобличены, да. Ага. Угу. Это пейсонте, это пейтхо, да? Ну, скорее пейтхо мы. То они... А, скорее что? Пейтхо мы. Ну да, медиальное пейтхо. Ну, то они... поверят больше гепарху. Смотрите, тут есть слово «мейдзо». Ну, это больше, да? Да. Ну, они поверят больше тон гепархонтон. Больше начинающим. Смотрите, наверное, все-таки это пейтхо, просто он медиальную форму имеет в футуруме. То есть я думаю, что если они убедят не больше, чем существующих, пока непонятно, что такое. Да? А если, это другое, это первая возможность. А если же они... Экстрапотасы... Если же они обманут, да, жестко надувать. Да. Если они же жестко надуют. Да, удачно. Удачно обманут, жестко. А эстонтай это атеми? Это, да, атеми в будущее время. Ну, то они будут из числа... Они будут, смотрите, вот тут аналитическая форма эссанте плюс апелагменой. Апелагменой – это причастие перфектное. То есть они будут освобождены. Ага, ну и тут это как генитивус абсолютус, да? Когда будут... А, нет. Это не генитивус абсолютус.
Я, кстати, думаю, что это не пейхума здесь, а пасху. Я думаю, что это пасху. Они будут страдать. Они пострадают. Да, ну давайте дальше, потом вернемся. Он паронтон как он. Это пара имени, да? Да, существующих. Существующих бед. Да, то есть это как-то им поможет, если они его невиновного обвинят, я так думаю. Обвинят в несуществующих бедах, да? Нет, они сами освободятся от каких-то бед. Ой, да. Да, они аполегмены, да. Да, да. Они освободятся от не... от бед. Айтой. Но так, однако, да. Давайте найдем хорошее слово, с которого надо начать. Там есть там... Хре, да? Нужно... Да. Нужно считать. Да. И вот тут сейчас будет огромный аккузатив, да? Ну, не такой уж огромный. Что ты... Ну, то есть то ютос... А, нет. Категорус. Обвинители. Свидетели. Эпистус. Ты доверен. Ну и верные свидетели. То есть тут... Спокойно. Вот. Да, подожди, давай. Успокойся. И обратите свой взор на такую конструкцию, которая уже была два раза, да, на... Закузатив с дуплекс. Закузатив с дуплекс, да. Ну, что вот такие вот обвинители... Он даже показывает пальцем на них. Возможно, он даже кидает в них яблоки тухлые. Вот такие вот тустаютус. Это же судебное заседание, да? Вот да, такие вот негодяи. Такие обвинятели. Вот такие негодяи и... Ну, есть. Нет, то есть их... Их не следует считать ни тем, ни этим. А вот таких негодяев не следует считать ни... Ну, вот таких вот не следует не считать ни обвинителями, ни верными какими-то свидетелями. Ну, Да. Ну, наверное, пистус относится туда и туда. Да, я понял. Ни честными обвинителями, ни верными свидетелями не следует считать. А дальше он говорит, кто это такие, Готинес. Которые? Он смотрит им в глаза, да? Они сидят на лавочке там. Которые сами, да, аутой? Которые сами, ну, наживающиеся. Угу. Кардайн, то есть... Эпери Этерон. Это... Наверное, ну, такое управление в Кардайн. Ну, посмотрите слово. Смотрю. Так, не вижу тут спери. Вижу только пара. Наживающиеся на одних, наверное. Наверное, на других, наверное. Да, на других делают эти слова, произносят, наверное, слова. А, нет, давай. Это поеунты. Нам нужно уточнить, что значит глагол поео в медиа, да, со словом логос. Что это означает? Давайте найдем это. Так. Это найти. Именно не поео, а именно тут как сказать, поюнтый, да? Медиальная форма. Что это значит? Произносить речи или составлять речи, или, может быть, сочинять какие-то гнусные домыслы? Это надо, наверное, по логейну искать, что дворецкий.
Yeah. Давайте возьмем слово поел, например. Поел мы ту слогу провести had hold a conference. Провести совещание в этом ВЛСЖ в Литовском. Вариант есть какие-то? Я нашел похожий вести переговоры. Я видел это, да. Что-то не очень. Смотрите, я нашел поезд хай Логан. Улисия also simply fall again. То есть это просто говорить. Улисия может означать. Ну, не факт. Супер. То есть говорящий. Да, там как сказано. Произносить речи, наверное. Просто произносить речи. Угу. Ну, только не они произносящие речи, да? Угу. Так. Но. Произносящие речи о других людях, да? Эрик Этерн. Да, да, о других. Но они очень полюмалы. Еще более. Но они еще более, которые. Да, все те, которые. Бывают хунтес. Помогающие нам. Да, то демосио. Публично. Помогающие публично в бедах. Да. Сфас. Нет, я думаю, что не в бедах помогающие, а, наверное, катхистосин. Есть дунос сфас аутос. А. О, это опять катхистами, да? Угу. А как мы в прошлый раз переводили, я уже забыл. Просто являющие. Ну, повергающие. Да, просто ввергающие их людей. Да? Или как? Это от сфейс же? Сфас? Или ввергающие... Ну, ввергающие в опасности сфас аутус. Это я неплохо понял. Вот это я плохо понял. Но это же сфейс, это они. Ну, их самих. Mm-hmm. А, вот, их самих, наверное, да? Mm-hmm. Ну, и не больше, ну, не более, чем которые помогающие публично ввергают их самих в беды, в опасность. Угу. Окей. Теперь с самого начала, да? Угу. Так, они ведь знают, что если клевещущие будут порицать, никто они
Ничего больше. Но. Ой. Все, я уже запутался. Ведь они знают, что если... Ну, это страдать, они будут страдать. Да. Ну, они будут страдать больше, чем, ну, чем имеющиеся. Больше или не больше? Не больше. Угу, это важно. Если... Ну, будут жестко надувать. Так. Смотрите, в чем дело. Ведь они знают, что если они, солгав, будут изобличены, то они не пострадают ничуть не больше, чем они страдают сейчас. То есть у них от них не убудет. Mm-hmm. Не накажут. А если же они удачно обманут... Ага, то они, ну будут какие-то уходящие, да? То они освободятся? Ну будущие освободятся, ну, от присущих каких-то зол. Ну, от своих нынешних проблем. Да, от своих нынешних проблем. Да. Кайто, однако... Нужно считать, нужно считать, что, ну, однако не нужно, наоборот, ну, однако нужно не, ну, вот этих вот, mm-hmm. Ну, вот этих вот людей, то считать и не... Ну, не нужно их считать ни какими-то добросовестными обвинителями, ни добросовестными свидетелями. Да, этих негодяев, да. Угу. Которые сами... извлекающие пользу большую из других, ну, говорят слова... Да, которые как бы составляют речь или произносят что-то по поводу других, а сами при этом наживаются. Тут есть противопоставление. А у той сами, а говорят они не о себе, а о других. Да. Говорят о других, а наживаются сами. Угу. И дальше? Но больше, ну, намного больше, по-моему, которые... помогающие публично ввергают их самих в опасности. То есть получается, но гораздо больше те, которые, которые публично помогающие, то есть те, которые оказывают какую-то поддержку гражданскому полюсу. Гражданам, да, домосилу. Не в семье своей помогают, да, там, сыну своему, а городу помогают, да? Да. Самих себя при этом они ставят в опасность, да? Смотрите, mm-hmm. тут хитро сказано, видимо, имеется в виду, что нужно считать не тех честными и обвинителями, и свидетелями, которые негодяи, которые сами наживаются, говоря речи о других, но тех туз, это пропущено слово туз, которые госы, другой падеж, которые хорошие люди, которые городу помогают, при этом сами себя ввергают в опасность, такие самоотверженные. Вот кого надо считать мартюрос пистус и категорус пистус, понимаете? Не поняли? Я вас понял. Дима не понял, видимо, да? А, у Димы сел ноутбук. Давайте тогда продолжайте. Пожалуйста, Максим, как раз остался для вас один абзац. Ага. Action demo educate.
Είναι ούτω των ίδιων χεγίστχαι των αγώνων, αλλά κοινοί χαπάντων των εν τε πόλη. Ουγαρ τούτες μόνες έισιετ χεραπώντες, αλλά καί τοις άλλες χαπάσιν. Γοί προς τεν τούτων τσούχεν αποβλέποντες, ουκέτσι σκέψονται γότσι αναγκατχών ήργασμένοι, τους δέσποτας ελεουτχέρου γένοι. Γενούντο, αλγότσι ψεούδος περί αυτών μνιούσαντες, κατ αντοκίδου ασεβέες. Это название шестой речи, не надо было читать, не важно. Так, опять же, но достойно, мне кажется, есть. Смотрите, не есть, а регейстхай. Регеума – это не только вести, это еще полагать, считать. Да. Я думал, достойно есть считать. Нет? Аксиона и не регейстхай. Или иные относятся не к этому? Вы здесь? Да, я здесь. Значит, мне кажется. Да. Смотрите, Ргеумы тоже вводят номинатив из дуплекс. Одни сплошные плюсы дуплекс. Попробуйте сейчас номинатив из дуплекс. Ой, аккузатив из дуплекс это перевести. То есть, вы говорите, эйной внутри хэгэйстхэй находится. Да. То есть мне кажется, что имеет смысл, имеет ценность считать, что вот этот огон не какой-то частный, не какое-то частное дело. Нам бы юрист сказал бы, как это называется, частное дело или как оно, гражданское дело, да? Идион. Но койнон. Ну, какой-то. Ну, общее для всех. В городе, да? В городе. Да, дальше. Угу. Ну. Угар, ну, то есть терапонтас. Ведь не только этим. Служим. Да. Смотри, терапонтос это подлежащее. Они что? Сказуемо это ИСИ. Все просто. Они служат. Да нет. Слуги есть не только у этих одних. Имеются. Почему служат? Слуги есть не только. Да. Но и у всех других. Да, которые? Ой. Которые на участь этих смотрящие нисколько не думают. Которые, да, на участь, на судьбу, вот этот исход вот этих смотрящие. Скепсон-то какое-то время. Будущее. То есть будут думать, да? Да, не будут думать. Так, сейчас, секунду. Ну, там легко ведь.
Мысль такая, что они не будут думать, как бы своим господинам чего хорошего сделать. Немножко сложнее. Они будут думать не о том, чтобы стать свободными, или второй, сделав что-то хорошее господам, а благодетельствовав господ, стать свободными. Но о том, чтобы будут думать. О том, чтобы раскрыть какую-то ложь. Да, не, наоборот. Почему раскрыть? Я смотрю просто меню. Это именно раскрывать. Смотрите, есть два способа стать свободными, видимо, имеется в виду. Можно сделать своим господам что-то хорошее, и тем самым стать свободными. Да, а, да, можно, да. А можно мы не его сделать? Ну, донести, наверное. Сообщить, наверное. Сообщить. Что-то, что-то важное о них. Псевдос – это средний род, да? Ложь. Да. Это аккузатив. Ну, давайте теперь все вместе со мной. Периаутон – это о ком? Да. О господах этих. Давайте все вместе, весь обрыв. Но достойно, мне кажется, признавать это собрание, признавать, что это собрание есть не частное для этих вот людей, но общее для всех в городе. Ведь не только у них есть слуги, но и у всех других, которые на участь этих смотрящие не будут думать, как бы что благое сделать, как бы стать свободными, что-то хорошее сделав господину, но как бы что, как бы какую ложь сообщить о них. Стать свободными. То есть они будут не о том думать, как бы совершить что-то благое для своих хозяев, а о том, чтобы стать свободными, сообщив о них какую-то гадость, то есть настучав на них. Да. Ну, хорошо, спасибо, да. И до следующего раза. Счастливо.